У тебя нет семьи. Тебе совершенно нечего терять. Это твой дар. Научись его использовать. Мисс Джейн Фэйрчайлд, когда вы стали писательницей? Когда родилась. Это был первый этап. Потом, когда мистер Пэкстон подарил мне печатную машинку. А третий? Это секрет. Доброе утро, Бичвуд Хаус. Джейн, это ты? 11 часов. Так еще не встречались. Джейн, кто звонил? Ошиблись с номером. В воскресенье? Бог ты мой. Он всегда опаздывает. Так уж он устроен. Встань там. Он учится, да? Что ты делаешь? Учусь. Молодец. Сводить бы тебя на ужин. Шампанское и устрицы. Я должен жениться и стать адвокатом. Этого все от тебя ждут, да? А ты, Джейн, чем займешься? Я хочу писать о жизни. О боли и муках? О наслаждении. Можешь оживить воспоминания. Не так ли, Джейн? Ради меня. Ради себя.